Во дворце спорта «Триумф» прошел заключительный отборочный турнир континентальной лиги дзюдо. За право выступить в суперфинале боролись 8 мужских команд. Кто стал победителем, узнаем в следующем сюжете. Континентальная лига дзюдо направлена на повышение уровня подготовки спортсменов и популяризацию дзюдо в России. Проект объединяет лучшие клубы страны для обмена опытом и совершенствования навыков. На соревнованиях встретились команды Москвы, Ташкента, Санкт-Петербурга, Волгограда и Казани. Две команды сильнейшие попадут в финал, который тоже будет проходить в Москве в ноябре этого года. Соревнования проходят по правилам Международной Федерации, то есть очень важно выиграть либо броском чистую победу, можно добиться удержанием, можно добиться удушающим и болевым приемом. Ихван Идилсултанов представляет клуб «Турбостроители» из Санкт-Петербурга. Его бой на татами длился больше 5 минут. Но из сложного состязания Ихван вышел победителем, чем заработал команде первый победный балл. Очень достойный соперник Шамиль Гаджиев. Мы с ним находимся в одной команде, сборной команде России. Вот каждый день с ним боремся. Вот сегодня так получилось, что я выиграл. Он хотел меня в плотной борьбе бросить. Я почувствовал, как хочет назад меня выкинуть. Я зацепил его ногу, и он сам на себя провалился. Вот и так и получилось. В финальном бое со счетом 3-0 победу одержала команда «Турбостроители». Континентальная лига дзюдо в Люберцах проходит впервые. В рамках соревнований подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Всероссийской федерацией дзюдо, областной федерацией и администрацией муниципалитета. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.